Вот такая вот красота, дорогие друзья, у нас открывается сейчас за окошком. Метет снег, светит солнце. За бортом минус 2. Такая вот неприкольная погода для Анапы. Вроде бы снежок прекратился, это очень хорошо. Итак, план мероприятий на сегодня. Мы сейчас поедем на Субсежское шоссе 89, электросмарт, мастерскую. Сдам стабилизатор, заберут ребята. Попросил, чтобы просто вышли, забрали. Затем в ковидный приемный, или как оно правильно называется, в Анапе, в городскую поликлинику. Клинику, сдадим ПЦР-тест, ну и узнаем вообще, что там да как. И потом надо заехать еще забрать подарки. Все это буду делать со смазками, со всеми, так что не переживайте, будем максимально защищать людей от своего воздействия. Хотя врачи сказали, ходи гуляй, какая разница, все уже друг друга перезаражали. Это я вчера специально видео записал, потому что об этом не говорили. Юрий, все переболеют, и никаких вариантов нет других, только так. В общем, поехали. Получается, мы добрались с вами до того места, где находится светофор в городе курорте Анапа. Поверните налево во двор, а затем поверните направо. Сейчас раззвонюсь, узнаю, куда здесь точно, и отдам стабилизатор. Так, все, позвонил, узнал, вон он меня уже ждет. Сейчас мы передадим, так сказать, всю нужную инфу ему, чтобы попробовал воскресить. Хотели старый воскресать, будем новый. Я вроде бы его спиртиком протер, но на всякий случай фиг его знает. Все. Хорошо. Скажешь, можно или нет его там восстановить, да и все. Спасибо большое. Еще точка нашего путешествия. Кстати, не сказал изначально, что хотел побывать на море еще сегодня. Если получится, то заедем. Ну, как в плане того, что подъехать максимально близко, мы отправим квадрокоптер. Надеюсь, что погода сильно не испортится, и это получится сделать. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Ну, а сейчас делать ПЦР-тест в поликлинику. Посмотрим, что там, как там организовано вообще. Интересно. В моем посещении поликлиники, смотрите видео про посещение ковидника в Анапе, оно выйдет пораньше. Думал все в одно объединить, но там как бы тема такая достойная. Мне причем разрешали и себя поснимать, как мне брали эти тесты. Поэтому я думаю, что будет информация полезная. Глядите, смотрите в отдельном видеосюжете. Если не забуду, ссылочка будет вот здесь в правом верхнем углу. Но мы сейчас съездим с вами на море, глянем, как оно там, потому что я по нему бешено скучаю. Ну, я пока чаечком горло разогреваю, перенервничал, успокаиваю нервы, то есть, чтобы все было хорошо. Экипировался, минус один у нас, приехал на проезд «Голубые дали», он назывался раньше, те люди, которые здесь были, я думаю, сейчас ничего здесь уже не узнают. Но давайте пройдемся до моря, хоть чуть-чуть подышим, скучаю по нему. Вчера, правда, немножко шума наслушался, но все равно не видно было особо. Сейчас посмотрим, что тут происходит вообще.
Вот так вот выглядит вся эта территория. Бывший пансионат «Голубые дали» полностью перестраивается. Но самое печальное здесь, конечно, происходит с нашими дюнами. Здесь парковки, знаете, так для людей, так сказать, муниципальная территория. Почему-то вот с такими ограждениями, со всякими разнообразными шлагбаумами, заездами. Ну, это прям большой вопрос в нашем муниципалитете. Ну, как сказать, как бороться с теми, кто планирует деревянные набережные, сносит дюны, и ничего с ними не делается. И вот на примере данного прохода к морю, как бы, становится вообще все понятно. Потому что летом, допустим, проезд этот перекрывается вообще вон там на Пионерском проспекте только, так сказать, приблотненные либо люди, имеющие какие-то корочки, сюда могут проехать поближе, припарковать машину. На муниципальной, повторяю, территории, то есть это не вранье, это по факту рассказываю, как есть. Здесь ранее в детстве вообще была площадка футбольная, мы приходили сюда, играли в футбол, тренировались, ну, было как-то интересно людям тренировать детей, то есть развивать спорт. Кстати, мне вот один мужчина звонил, говорил об этом. Но, к сожалению, вот вы видите, что сносят все деревья без исключения, да, и уничтожают дюны. То есть вот такая вот атмосфера с правой стороны, за заборчиком вы туда не пройдете, только люди, которые приезжают, допустим, в Гранд-Анапу отдыхать. Они почему-то вот пляжную территорию огородили забором и считают, ну, наверное, своей территорией. То есть, говорит, это наша, и никакой тут ни житель, ни отдыхающий не пройдет. Смотрите, то есть кончается, это повторяю, то есть территория дюн, дюны здесь были снесены, хоть одно дерево оставили, и то хорошо. И ничего никто с ними сделать не может, потому что полная поддержка администрации города. Администрация города говорит, а все нормально. Наша прокуратура природоохранная Азово-Черноморская тоже ни хрена не видит здесь нарушений никаких. Просто разровняли пляж, себе сделали, огородили территорию. И вот вы такие, когда вот это все будет принадлежать именно таким отелям, причем они будут сети гораздо больше, они перекроют полностью территории. И зачем им проходы какие-то лохам каким-то оставлять, когда они им деньги не приносят, только мусор на пляж, и вы туда просто не зайдете. Здесь случайно падают деревья, да, то есть так случается, причем все, то есть тут упал, все упало, никто не виноват. Блин, а как мне туда прошкребаться? Наверное, придется где-то вот здесь обходить, потому что сейчас здесь вода и не обойти. И вот эта территория дюн тоже разровняется в дальнейшем. Здесь и планируются деревянные набережные. Кстати, благоустраивают они же, потому что в этом же стиле делают с той стороны речку Анапку. Вот где надо благоустройство для прогулок делать. Потому что там действительно у нас раньше в советское время даже фонари стояли по берегам реки Анапка. И было хорошо и прекрасно всем людям. Но, к сожалению, идет время. И даже детский остров продали, о чем говорить. Название детский остров, его взяли и продали. Кстати, вот еще территория осталась. Раньше там была сетка по периметру. Мне звонили по поводу вот этого стадиончика, который здесь находится за голубыми далями. Возможно, все-таки удастся им с администрацией договориться, чтобы для детей хоть что-то осталось. Потому что, ну прям, представляете, какая лакомая территория. Еще мое детство здесь прошло, и я тренировался, занимался здесь футболом. Детки занимаются, дай бог им всем здоровья. Минус один, они спортом. Ну и тренерам огромнейший респект, тем, кто занимается этим. Сетка стояла по периметру, мы там занимались. Давайте попробуем сюда выйти, пройти, посмотрим, что здесь у нас есть. Лог серебристый тут еще произрастает, но прям чуть-чуть, они сейчас закончат с той стороны набережной и пойдут вот эту территорию все, так сказать, благоустраивать. Будете смотреть, охать и ахать. То есть, ну, будет точно так же. Я так понимаю, что именно такие поползновения, как, ну, видите, деревья случайно срубаются, падают, то есть никто не виноват. Все само постепенно. Просто если сразу город скинется, а что такое, что происходит? А если вот видите, там валяется дерево, там валяется дерево, там валяется дерево, то ну как будто никто не виноват, может быть, но как-то и само, да? О, морешка, привет! Тебе наше любимое дорогое. Вышли мы непосредственно на берег Черноморский. Здесь у нас огромный просто выброс рапанов. Произошел именно в шторм. Любители ракушек. Прямо в центре Анапы валяется их просто огромное количество. Если кому-то прям надо, приезжайте, собирайте их. Нереальное множество. И уходим к морю. Ой, как тут прохладно. Как сильно ветер дует. Хорошо, что тепло оделся. Это нереально радует.
Ну и вид, конечно, завораживающий. Море, конечно, цветное, радует, но сила его не в этом. Теперь смотрите, сколько здесь тарапанов. Вообще, да, очень большие количества. И это нереально радует тех, кто их очень любит собирать. Причем раньше, конечно, выбрасывал больше живых. Сейчас выбрасывают уже пустые, потому что их насобирали. Там сразу ракушку скинули в море, чтобы не тащить, а мясо повытаскивали. Пройдемся туда, до тех выбросов водорослей. Смотрите, даже электричество прямо на берегу стоит. А? Кстати, вот парусность этого здания, да, и отсутствие дюн с каждым годом будут делать пляж это меньше, потому что южак песок уносит, песок этот убирается, разравнивается, деревья уничтоженные не держат его, и, собственно, пляж сужается и сокращается. Можете увидеть, что уровень песка смыли. Вот этот столб стоял вровень с песком, где-то уже полметра пляжа нету. Вот такие дела именно здесь. Ну а здесь вы можете увидеть, что выбрасывает какую-то грязь в перемешку с водорослями. И прям вплотную к их домикам подходится гран отель Аната. Анапа, вот кто в убийстве этого пляжа виновата. Такие вот дела, дорогие друзья. Тика, ребятки, короче, вот замерз, зато посмотрели сверху, что как, вот обидно, что убивается вот так вот. И еще раз говорю, вот они, строения, которые будут на пляже, типа генплан спас. И вот так вот будут выглядеть пляжи, что вам туда не попасть. Я поэтому говорил, что это проблема не Анапы, это проблема всей России, тех людей, кто любит сюда приезжать и купаться свободно, передвигаться по нашим пляжам. Потому что всем хочется забор, это мое, кажется, поближе к сердцу. И, короче... Поехали за подарками. Точка, куда мы приехали, это ЖК Черное море, Озон. Вот что значит болеешь, приехал не на тот пункт выдачи на Анапском шоссе, сейчас крутимся обратно. Надеюсь, что все хорошо будет и мы все-таки доберемся до этих посылок. Выдачи Озон. Одеваем всемогущую маску. Самая большая проблема, я подождал бы, но всего лишь 5 дней дается на получение заказа. Сейчас схожу и примерно расскажу, что там. Да, давайте. Столько много? Тебе забрали? Ай. Блин.
за ухи цепляется. Это Машка, какой прикольный кристалл. Я думаю, что рассказывать буду отдельном видео. Распаковочку сделаем. Подарочки от Ирины. Ирина, спасибо большущее. Это тоже немножко связано со здоровьем. Значит, последние влоги про анапскую медицину пошли. Все, как у нас работает. На самом деле интересно. Если бы я так посмотрел, знал, что туда можно позвонить, там узнать. И какой-то страх пропадает вообще. То есть всегда он перед неизвестностью. А здесь вот все понятно, все классно. Надеюсь, что полезно для многих. Так, ну по факту мне осталось еще небольшое дело. Либо на этом все сегодня. Сейчас будет небольшой гость. Я там обещаньку давал небольшую. Мы сейчас выполним. Я думаю, что это будет очень хорошо и полезно для нас, для всех. Утомило меня записывать дорогу, я доехал с Озона до дома, взял арбузик, и вот сейчас я уже подъезжаю к Ярославу. Пару слов от него, надеюсь, услышим, как у него там дела и как все остальное. И Дмитрию коту попросим привет передать. Все, ура, мы нашли Ярослава, передавай всем привет, по тебе скучает. Друзья, всем привет. Как сам, расскажи. Ну, все хорошо, ну, приехал, пока отдыхаю с дороги. Расскажи, что ты там делал, Москва-Питер, это самое большое интересное. Путешествовал, у друзей был, у родственников. Что интересного видел, что тебе понравилось? Что все понравилось. Ну что все? Такой рассказ, Ярик, это просто фантастика, я прям помедленнее не успеваю записывать. Я не готовился к тебе. Не, ну что за Питер, что больше всего понравилось? Ну, улицы, красивые дома. То есть, ну то, что все обычно ходят, мосты. Мосты. Сейчас ладно, я смотрел, как разводят? Зимой не разводят. А, хреново тогда. Хорошо, Москва, что бы еще запомнилось? Красная площадь. Пипец, блин. Я когда пришел на Красную площадь, у меня с детства было такое воспоминание, знаешь, большая красная, пришел какая-то маленькая. Это единственное, что я запомнил. Так, Дмитрию коту передай по-братски привет. Дмитрий, привет. От души. Так, и... арбузик. Я, честно, его как в тот день отрезал, его запаковал в фольгу. Надеюсь, что все хорошо и надеюсь, тебе понравится. Если что не так, ты, как говорится, да, пиши. Все, давайте, удачи и помаши всем. Всем счастливо. Пока-пока. И знаете, побыли в Анапе и не потратили бабла. Это какая-то фигня. Поехали. Надо денег слить много на лекарства. Так, ну что, это уже город Анапа, улица Крымская, пересечение с улицей... это у нас 1 Майская. Иду в аптеку Апрель. Буду закупаться лекарства, которые мне сказали надо. Для моего здоровья, так сказать. 1507 рублей. Лучше бы я забыл купить, короче, поехал домой. Это при том, что дали аналоги. И при том, что как бы еще как-то скидочная. Охренеть, у меня горло на 2500 болит. У меня так сильно не болит. Я даже не знаю, как прокомментировать, ладно? То вечер, Северный Мишка вас приветствует, ребята, еще раз. День не закончен, как оказалось, несмотря на то, что метет снег. Мы сейчас отправляемся за стабилизатором, его починили, и это прям очень круто. Всем огромнейший привет во все ваши города. Ах, прям хорошие новости, хоть здесь. Попробуй сразу. Спасибо тебе огромное. Попробуй сначала. Да попробуем. Я сегодня на трансляцию еду, если будет работать. Так, смотри, вот этот человек, Артур, спас твою жизнь, так бы тебя придушил, и он попросил шашлычок от Артурика Магарыч. Артур, привет! Заходи сегодня на трансляцию. Спасибо тебе просто душевно, огромное от души. Спасибо. Камера отработала просто великолепно, но после трансляции сел у меня голос. В общем, за стабилизатор просто... самый большой лайк, который только возможен. Очень благодарю ребят. Номер телефона вы сейчас их видите на экране. И спасибо большое, что порадовали. Вам всем, ребят, спасибо большое за просмотр. Не забывайте подписаться на канал, нажать кнопочку «Поделиться». Я надеюсь, что это было интересно. По крайней мере, мне было интересно смонтировать и поделиться с вами вот таким вот великолепным видеосюжетом. Жду вас в комментариях, как всегда. Вечно ваш Юрий Азаровский. Всем пока.